Волгоградскому ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Терещенко 16 ноября исполнилось 96 лет. Михаил Васильевич – человек-легенда, единственный в Южном федеральном округе кавалер 5 орденов Красной Звезды. Он прошел всю Европу, освобождал Украину и Чехословакию, дошел до Берлина. Губернатор Андрей Бочаров лично поздравил фронтовика с днем рождения. Решите от нас всех поздравить вас с днем рождения. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. Приветствую вас. Здоровья, здоровья и здоровья вам. Здоровья. Ура, ура, ура. Глава региона от всех жителей нашей области поздравил Михаила Васильевича и поблагодарил за победу и за беззаветную службу Отечеству. В свои 96 участник Великой Отечественной войны имеет не только хорошую физическую форму, но и ясный, острый ум. Фронтовик ведет патриотическую и просветительскую работу, встречается с молодежью, участвует в уроках победы. За праздничным чаепитием с губернатором фронтовик вспомнил о своем боевом пути. Вот-вот нас захватят. Вот. Ну, когда они ударили, наша артиллерия по этим самым, немцы притихли, а там... Михаил Васильевич также рассказал, как после войны участвовал в освоении космического пространства, руководил инженерно-испытательной командой и участвовал в запуске ракет. К ветеранам в городе-герое относятся особенно трепетно. Инициативы представителей старшего поколения Волгоградской области становятся основой для совместной работы по развитию региона. Добрая традиция будет продолжена и дальше. Анна Муслимова, телеканал «Волгоград-1».